20 апреля в России отмечают один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Он посвящен добровольцам, которые сдают свою кровь во благо здоровья совершенно незнакомых людей. О донорах, которые сегодня поделились жизненно важным компонентом – наш следующий сюжет. На станции переливания крови сегодня ажиотаж. Национальный день донора – одна из тех дат, когда посетителей больше, чем обычно. Хотя проблем с запасами жизненно важного компонента в Люберецкой больнице нет. В прошлом году в ряды добровольцев вступили более 1200 человек. Люди активно приходят к нам, люди повторно приходят к нам. Самообеспеченность нашей больницы в этом году составила 94%. 6% – это те редкие группы крови, которых мы иногда по службе крови обмениваемся с другими станциями. Это нормально. Добиваться таких результатов удается благодаря систематическим донорским акциям. Одни из постоянных участников – представители молодой гвардии «Единой России» и депутатского корпуса. Сегодня они большой командой пришли сделать доброе дело. Опытным донором себя не назову, но сдавал кровь для родных. Считаю, что это не то, что праздник, это напоминание всем, что необходимо помогать и делать свой вклад в здоровье и жизнь окружающих и близких. У нас сегодня тут присутствует региональное отделение молодой гвардии. Вот совместно с ними проводим акцию по сдаче крови. Вот они такие красивые эмблемы подготовили для людей, которые сдают кровь, вот, чтобы пульсировать ее. Вот сегодня очень много, к удивлению, к приятному, людей, которые в первый раз пришли сдавать кровь. И вы, наверное, заметили, там такая большая очередь была для заполнения анкет первичных. Среди них Анастасия Гусина. Девушка впервые решилась стать донором, но уверена, что после сегодняшнего визита это станет для нее доброй традицией. У меня редкая кровь отрицательная, но реже, чем у остальных. И мне будет приятно того, что я помогу кому-то своей кровью. Сами сотрудники станции переливания крови тоже запланировали ряд выездных акций. В этом году эстафету доноров приняли новые коллективы городского округа Люберцы. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.